Да где распродам? А ты продать не продашь, потому что земельный участок там ты захватил. Сейчас подам дело в суд. Подавай куда хочешь, подавай в суд. Вот так же, так и ты подавай. Все, подавай. Давай, 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 давай. Ты замирай. Давай. Прежде чем суд отчитать, ты делал деньги. А деньги? Ты был депутатом, ты куда смотрел, когда был депутатом? Слушай, я вот за эти дела деньги. А ты тихоряне в пруду деньги тонули, в пруду тонули деньги. Вот когда ты был депутатом, ты куда смотрел? Алексеевич, дорогу до кладбища можем отсыпать? Дорога на кладбище сделать. Сделана. На кладбище вот не сделана. Дорога хорошая на кладбище. Отсыпана, все сделано. А тут получается, запугивать. Не надо запугивать. Так там не проехать. Где? Тут перед кладбищем, перед подъемом. Там не проехать. Перед подъемом, там нормально заглажено, все сделано. Грейдер грейдерует дорогу. А вот этот мус, это что вывезли? Это не моя земля. Нет. А чья она? Это ДРСО убирать будет. А вот здесь забрали, которую? Какую? Ну, у Зыкова высыпали. Какую? Ну, вот от сельсовета. Это не моя земля. Это дорога краевого значения. И они вывозят. Куда это, я не интересуюсь. Ясно. Это не мои земли. Вот просим, мы просим куда идти. Почему ничего не сделали? Все, больше ничего не просим. Фермерский хозяйство, дорогу перекопал фермерский хозяйство, не вот то фермерский хозяйство не видел. Давай сюда, все. Я сколько раз ездил, там дрова прибилил, пролезал, пилил. Куда ты ездил? Ой, ездил, осень прошло, ты там валил лес, дрова пилил. Нормально, ты как говорил, земли этого, как я, блядь, сельской администрации. Земли сельской администрации. Какая земля? Вот там, через дорогу. 15 лет пилишь дрова. Нормально все делалось? Ты же так говорил, земли сельской администрации вот эти. Какие земли? Через дорогу. Да это земли не моя администрация, это земли Большелыского сельсовета. Пошел ты знаешь куда. Ты разберись первое. А почему ты пилил дрова спокойно? Так, ты мне предоставь документы. Я тебе заберу. Я себе все заберу. Изгородь убираешь. Иди покажу, где земельный участок. Все, не надо мне тебе показывать. Да. Не надо мне тебе показывать. Иди посмотри. Все. Не надо мне показать. Показать тебе, где его на земельный участок. Вот видишь, вот он все огородил, видишь, как огородил, о, так, это ты можешь не фотографировать, себя сфотографировать. А, это же не секретно, что это? Себя сфотографировать, да, я... с той стороны возьмет, так себе. Да нет, так нормально. Убери, а то тебя сейчас в другое место уберешь. Чего? Не надо грозить. Чего? Убери. Чего? Убери. Не надо грозить. Пришел. А читать, куда делать а деньги, почему? Валерий Алексеевич, спрашивай, что вы получали за зарплату? Что сделали? Иди отсюда. Детей-то оборовал? Ты на работе находишься? Детей оборовал. Ты находишься на рабочем месте? А почему детей? Население, детская площадка не сделана, стадион не огорожен. Здание, которое Ерохин сделал, развалил, блядь, все поразвалил. Иди. Нет, почему ничего не сделано? Только катай, жена катается в рабочее время, на машине по городу раскатываешься. Я на свой лично езжу. Хорошо, а почему твоя жену взяла? Денежки-то очень просто бюджет устраивать. Главное устроить, веселим, устроить свою жену на водокачку и получать зарплату. Мы Наталью можем куда-то устроить. Мы рассветом отстряпай. Да все, хватит вас сплетни собирать. Не надо сплетни. Отчитайся. Мы просто отчитайся перед населением. Так, честно я вам заявляю. Сейчас я подаю моральный ущерб на тебя. На миллион. И деньги отдам в детский дом. Да и тебя пришпожу. На всю катушку! Подавай домой! Мы тебя просто просим отчитаться! Вот и отчитайся! Отчитайся, куда делаешь? А когда ты 5 лет был, почему ты не отчитывался о своей работе? Отчитывайся! Я отчитываюсь, но то, что делал, все делал! Нет! Почему ты за 5 лет не отчитывался? Слушай, дорогой, не надо все, иди ты! Я отчитаюсь это время! И забивай мне голову! Все, идите! Извините! Мы Наталью куда-то можем устроить на работу? Куда? Куда-то, здесь. У меня нет больше штатных свободных. Нету никаких свободных? Нету. Все занято, да? Нет, у меня не дают больше. Куда хотите вы ее строить? Ну, может, на водокачку или куда? Пожалуйста. Ну, заявление писать? К тебе на водокачку, и ты пойдешь... Куда? Ты не толкай меня! Не толкай! Вышел! Да не толкай, ты не толкай! Выйди отсюда! Не толкай! Слуга народа! Тебя на рабочем месте уже после работы не надо ебать на рабочем месте!